Всем привет! Вопреки всем авралам и магнитным бурям, рубрика «Есть что сказать» снова на ваших экранах. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Это не грим, это загар. Начнем обзор обратной связи, как обычно, с наших сюжетов. В группе Соль ТВ ВКонтакте участники под материалом о задержании курьеров, телефонных мошенников делятся своими историями звонков и общения с злоумышленниками. То суперуполномоченные сверхначальники на линии, то надоедливые следователи по особо важным делам звонили, то важные следователи из Москвы тревожили наших соликамских зрителей. В итоге посылались. О, брать, это жулики. Вот я считаю, пока такие бдительные жители отвлекают звонящих злоумышленников, тем меньше у них возможности воздействовать на доверчивых граждан. Мы ничего так не заработаем. Дятлы вы, дятлы, эх! Продолжаем. Положительные отзывы под сюжетом о летнем проекте для дошколят. Вот мнение. Коллективы педагогов «Браво», все продумано, детям радость, молодцы, так держать. Это просто праздник какой-то. А главное, без гаджетов и ноутбуков. Еще и родителей привлекут к активности на одном из летних мероприятий. От наших групп переходим в городские. А побыстрее можно так? Публикация с видеозаписью того, как люди помогали пожарным тушить пожар, появилась в пятницу утром в паблике «Подслушано-Боровск». Происходило все около полуночи в северной части города. Автор пишет, что горел мусор возле баков, а именно горели поломанные ураганом ветки, которые коммунальные службы сложили около контейнерной площадки. Также был комментарий от, видимо, жителей по соседству. «Долго и безрезультатно добиваемся у благоустройства ограждения на площадке для крупногабаритных отходов. На этом месте, где был пожар, растет огромное дерево, которое резко загорелось. Спасибо, что вовремя подъехала пожарная машина и все потушили». Как свидетель по этому делу я могу показать все. Насколько я знаю, представители главных управлений силовиков и экстренных служб выполняют мониторинг соцсетей. И может после этой ситуации кому надо придадут ускорение и вопросы безопасности начнут решаться. На этом все. Хочу поблагодарить участников всех наших аккаунтов в соцсетях за лайк и активность. Не стесняйтесь высказывать свое мнение к новостям Соликамска. До свидания.